но сначала как-то, знаете, я подумала, что, ну, это телевизор, телевизор и все. А сейчас это совсем другое, и звук другой идет, и смотришь как-то, ну... Ну, в общем, ощущаешь, как будто ты сидишь на концерте и прям смотришь на самих артистов. Все одно и то же показывают по телевизору. Вообще. Вот почему этих-то людей, которых мы не знаем даже, такие замечательные звезды, люди с голосами с такими, поют, играют, а виртуозы какие, вот. А Коган, ой, а да. Все остальные, а, ой, а Березовский. Вообще, слов нет. Вообще, вот мы знать не знали, что кроме еще Бориса Березовского, который недавно умер, еще другой есть. Да, Березовский. Который гораздо выше и вообще с тем не сравним. Когда мы вот готовимся к концертам, мы приглашаем и знакомых по интернету, общаемся между собой, вот кто ходит там постоянно, и пишем, значит, тогда-то у нас будет собрание. Нина Петровна уже пригласила, но вот кто еще не ходит, так я тоже это сообщение пишу, по скайпу-то я не разговариваю, а в интернете-то пишу, вот тогда-то будет филармоническое собрание, общаемся. Ну, мы знаем, когда у нас будет концерт. Мы готовимся, созваниваемся, не забыла ли я, что сегодня будет концерт. Значит, идем уже заранее, готовимся, наряжаемся, приходим в концертный зал. Ну и, конечно, мы ведем себя там так, как в филармонии.